Для меня это сбывшаяся мечта. Вообще реальность превзошла мои ожидания. Я хочу в будущем стать музыкантом, и этот опыт с оркестром меня подтолкнул только в эту сторону больше. Когда я увидел весь этот масштаб, и у меня просто глаза по-другому на мир стали смотреть. Симфонический оркестр появился чуть меньше 3 лет назад. И когда он появлялся, сразу же задумывался не только как концертный коллектив, но и как образовательный центр, как академия симфоническая. И мне очень приятно видеть, как спустя 3 года ученики превратились в учителей, потому что последнюю неделю артисты оркестра занимались с воспитанниками образовательного центра «Сириус», готовили их к будущей профессии. Наши молодые ребята за 3 года получили огромный опыт, общаясь с великими маэстро, солистами, дирижерами, концертмейстерами различных оркестров и впитали в себя тот опыт, который привезли нам мастера. Сейчас уже наши концертмейстеры не просто выпускники ведущих вузов страны, но и выпускники аспирантуры, ассистентур, стажировок. С таким творческим багажом, конечно, уже проще немножко разговаривать со своим юным коллегой. Сам молодежный симфонический оркестр создан по поручению президента, так же, как и сам «Сириус». Ребята добились выдающихся результатов благодаря педагогам, благодаря формату, благодаря очень сложным задачам и профессиональным амбициям. И то, что сегодня они здесь, в «Сириусе», сыграют вместе, ну, наверное, это можно сравнить, не знаю, с прыжком с парашютом. Я думаю, что это принципиально новое задание. Задание для солистов, которые приехали в «Сириус», научиться слушать оркестр, научиться слушать целое и сделать вот этот вдохновляющий шаг к совместной работе. Невообразимо. Они до этого не понимали, что такое вообще. Кто-то никогда не сидел в оркестре. Сказать, что сразу это получается, нельзя. Ничего сразу не получается. 90% того, что я говорил музыкантам и молодежке, я сам удивляюсь, но я говорю это 11-летним, 15-летним. Такие основы, которые останутся на много лет. Это очень круто, потому что я приехал в «Сириус» из Магнитогорска. Я вообще не думал, что будет оркестр. А тут такая честь. Сольно это, конечно, хорошо, но когда играют несколько человек, нужно, чтобы все играли как один. И вот это очень сложно, но интересно. Я поняла, что это как раз для меня, что я чувствую себя очень комфортно в оркестре. Когда с тобой сидят профессионалы, и когда ты вместе с ними и знаешь, что тебя поддержат всегда, тебе уже легче. Мне вообще все нравится. Я когда-то давно, может, год назад, думал, что когда-нибудь, может быть, выиграю олимпиаду по математике и попаду вообще в «Сириус» сюда. И вот вообще никак не подозревал, что попаду сюда по специальности флейта. У меня первый опыт играть в оркестре, и мне это, ну, очень понравилось. И плюс с такими профессионалами играть, они могут помочь чем-то. И, ну, в общем, у меня очень хорошее первое впечатление. Я хочу еще сильнее играть в оркестре.